Колодец, колодец. А нет, там надо писать. Колодец, колодец. Я хочу, чтобы в деревне был снеговик. И золото, да, надо кинуть еще. У меня есть золото. Так, оп. Кать. А! Не все колодцы на этой планете колодцы желаний. Только у нас в деревне колодец желаний, который исполняет твои желания. Этот обманщик и врун, он ничего не делает. Ты туда можешь даже не бросать железо и золото. Я сейчас проверю. Блин, и правда нифига нет. Наш глубокий, а этот какой-то фиговый. Так, тогда поехали домой. Нет, Кать, оставь, пожалуйста, в покое этот сраный колодец желаний. Он работает. Сколько уже можно меня подозревать? Ты собака-подозревака. Он нормально работает. Я не собака-подозревака. Сейчас день. Сейчас все нормально. Можно загадать желание, чтобы в этой деревне были снеговики. Все, пойдем. Подожди, вернись сюда! Подожди секундочку, вернись сюда! А на кой фиг я до того, как начать эту серию, строил вот эту огромнейшую елку? А то в предыдущей серии мы посмотрели на ту елку, поняли то, что это просто новогоднее говнецо, и решили то, что надо построить что-то хорошее. Взяли и наконец-то построили вот такую вот елочку. Поэтому, Катя, я нам с тобой скрафтил по стаку подмостков. Понимаешь? Ну да, вот. И с помощью вот этих подмостков мы как раз таки можем украшать эту елочку. То есть берем и делаем вот так, смотри. А, не, подожди, не так. А, не, подожди, тоже не так. Тоже не так. Тоже не так. А? Это ядреный случай! Вот так! Потом спускаемся и потом так. Понимаешь, мы с тобой будем как прям строители настоящие. И вот сейчас по этой всей фигне я могу вот так залазить. Видишь? Ну-ка, я тоже хочу попробовать, как давай, это правильно давай, строится. Давай, строй. Вот видишь, вот я так залез, сейчас я могу немножко уменьшить вот эту лестницу, перепрыгнуть сюда на вот эту елочку и поставить сюда, допустим, ту же голубую шерсть. Вот так. Уже красиво выглядит. Потом ставим вот сюда, уже красиво выглядит. Потом берем красную шерсть и также расставляем это все по сторонам. Ты чё там? Как залазить на неё? Ядрёный Новый год, а ты зачем такую огромную-то построила? А как залезть-то на неё? Просто вверх. А, вот так? И ничего не получается. Так ты вперед нажимай, просто заходишь в эту внутрь и зажимаешь пробел. Вот, все. Ну-ка, уйди. Ого! Понятно? Да. Ну, молодец. А зачем я так высоко построил? Ну ты зачем так высоко залезла? Все обрушилось прямо у меня на глазах, Кать! В смысле, ты подо мной обрушилась? Да, все обрушилось под твоим весом! Блин, ну ладно, сейчас приеду. Давай! О, колодец, сейчас я все узнаю. Не надо никакой колодец! Иди, пожалуйста, в деревню, тут люди вот это Нового года ждут! Колодец потом! На следующую серию оставим. Иди сюда. Ага. Мне кажется, у тебя лучше это получается даже, чем у меня, не? В плане? Ну, в плане я даже сам с первого раза не понял, как вот эту фигню строить. Ой. Короче, ты давай украшай елочку. Мне кажется, у тебя намного лучше получится, чем у меня. А я прямо сейчас вокруг этой елочки расставлю лед. Чтобы у нас было новогоднее настроение, чтобы эти чупакабры, которые живут посередине пустыни, тоже хотя бы на секунду прочувствовали то, что Дед Мороз про них не забыл. Вот так. Оранжевый можно поставить куда-то вот сюда. Можно с другой стороны куда-то вот сюда. Какая красота получается. Мы еще даже ничего не успели сделать. Какая нафиг красота. Вот сюда поставим. Потом это можно также вот это сломать, сюда поставить. Мне кажется, то, что нам с тобой дома надо сделать вот такую же елку, но чтобы она еще намного больше была. Как ты думаешь? Еще больше, чем нашу елку? Да, чем вот эту. У нас там маленькая елка на катке стоит и все. Жители вышли смотреть, смотри. Эх, только попробуй меня ударить, Дуримонда, Дуримонская. Иди в задницу. Ты чё руками машешь? Кать! Ау.
Мне страшно. А чё, голем тебя хочет опять ударить? Он меня хочет, но я не знаю что. Подойди и посмотри, что он со мной делает. Я вижу, что он руками махается на тебя. Ламбада, мы танцуем у бара весь день. Я рядом, но еще не видел тебя, себя на мне. И как это поется? Чувак, ты чё от меня хочешь? Вот что он от меня хочет! Короче. Учитывая то, что мы читаем комменты под всеми роликами, я понял, в чем проблема, Гать. Я понял, почему они нас атакуют. Почему? Рассказывай. Это все из-за тебя, Дуримонда. Это все из-за тебя. Знаешь почему? Потому что подписчики сказали, что мы понизили репутацию в этой деревне. Катя, текай с городу. Тоже так текай. Он лучше за тобой бежит, видишь, я вот рядом схожу с ним, он ничего. Ядрёна, кочерышка, иди задницу. Короче, мы понизили репутацию в этом городе из-за того, что ты жителей обстреливала вот этими снежками. Поэтому сейчас все вот эти големы нас атакуют. Репутацию я понизила из-за того, что с людьми в снежки играла. Куда петицию написать, а? Вы дуримонды, это игра такая. Люди в снежки зимой играют, тупицы. Вот-вот, скажи им то, что они тупые тупицы, потому что ты... Голем такой стоит, ждет тебя, ты так смешно смотришь со стороны. Ну ты же знаешь то, что я отсюда... Ну я спущусь рано или поздно, но может ты спать захочешь, ты вот этот трансформер переростышь. Алло. Мне кажется, ему точно все равно. Ладно, я тогда... слушай, я ему цветочек... На цветочек! На цветочек! Держи, собака! На! Да, ему вообще без разницы. А почему ты на меня-то нападаешь? Она же тебя вот это била. Точнее, она жителей бросала снежками, а не я. Видишь, он меня просто любит, а тебя нет. Я... Ой! Голем, ну давай поговорим по-хорошему. Стой, подожди, ну остановись. Дай цветок, дай я ему цветок подарю. Я не знаю, на, вот я выкинул, сзади, давай, тыкай по нему, тыкай по правой кнопке, левой тыкай, левой, нужно левой. Или... Да, левой тыкни, давай, ну спаси ты меня уже! Я пытаюсь его обогнать, Големчик, стой, на цветок, он вообще ни в какую. Ты чё такой настырный, не могу... Слушай, ты собака... Катя, ну спаси меня, Катя, ну я не знаю. Ну мы по ним, чтоб ты понимал, дубососина, мы украшаем елку вашу, чё ты рыпаешься на меня, а? Кать, надо... Ой, под твоим весом сломалась эта штука! Ой-ой-ой, как же так? Ну надо меньше кушать, надо меньше кушать. Идите в баню, я вам больше в жизни этой помогать не буду, если вы голема на меня травите. Собаки-то такие. О, он меня через стену ударил. Бей его, я его буду отвлекать, ты его бей. Не, давай ты его бей. Да он меня сейчас сам закукарачит, Кать. Да у меня и так рейтинг в этой деревне ниже некуда. Ой, как собака! Да отстань, пожалуйста. Вот смотри, у него изменилось тело. Да, тело. Да, слушай, ты меня зак... Ну помоги ты мне, пожалуйста, убей ты его сзади. Давай, еще. Да. Слушай, Кать, ты будешь что-то делать? Да, буду, конечно. Вот, убиваю, Давай. Цветочек выпал с ним. Простите, пожалуйста. Помянем голема, вот здесь могилка его. Так, это можно поставить туда. Поставим вот это вот сюда. Ну слушай, Катюх, ну неплохо получается. Ну, конечно, могло быть лучше. Вот с этой стороны не хватает, там слишком пусто, Кать. Ну так давай, достань мне еще игрушек, я повешу. Ща лаймовую тогда. Лаймовую, вот сюда, вот так, вот сюда. Надо и там повыше сюда. Повыше, да. Вот туда я поставил. И там уже сама смотри, куда еще можно добавить. Мне кажется, так давай мне сюда. Так, лови. Ага. Да, словил. Ну иди забери. Ой, сломалась под твоим весом. Ага, ну ладно. Ой, сломалась. Оля, какая красота. Вы только посмотрите на вот эту новогоднюю елочку. Кать, ну мне нравится, честное слово. А у меня вопрос. Ага. Почему лед вот у них здесь не тает, а снеговики тают? Ну иди спроси вот этих их ходячих стиральных машинок. Я откуда знаю, почему они нас бьют и почему здесь то одно тает, то другое не тает. Да какая разница, ты посмотри, какая красотища, Кать! Слушай, ну все есть, елка есть, игрушки есть, все красиво. А
Подарков под елкой нет. Может, что-нибудь положим им хотя бы? Вот у меня есть пшеница, например. Так, ты подожди, так подарки как бы будут подарками, но ты посмотри на календарь, Новый год через неделю. Мы еще успеем сюда прийти и успеем еще поставить подарки под елочку. Если голем нас опять не прикончит. Подожди, Катюха, а ты забыла или, может, не забыла то, что как бы мы с тобой тоже друг другу подарки должны делать под нашей елочкой в новогоднюю ночь? Ну, держи пшеницу. Ага, то есть я тебе там готовлю такой офигенный подарок на Новый год, выстраиваете... Хватит мед бухать, алкашка! Эй, мед-то это не алкоголь вообще-то, это все хорошо, я за ЗОЖ. Значит, я и там строю офигенные подарки, значит, я и там готовлю офигенные подарки, значит, я и там ресурсы добываю, значит, я хожу там, жизнью своей рискую, вот этими с голямами, вот этими дурацкими, вот это самое! Она мне пшеницу дарит! Иди ее бей лучше, голем, а не меня! Голем, как ваши дела? Давайте поговорим с вами. Ага, да, всё, иди сюда, Кать, давай, пошли домой, я тебе должен показать то, что я тебе построил. Слушай, ты чупакабра, отстань от меня, пожалуйста. Все, голем, давай до завтра, удачки тебе, спокойной ночи, все, охраняй тут деревню, мы пошли, чмоки-поки. Противный какой, а. Вот, голем, ты такой противный, слов просто нет. С ветерком! Ну, зато удобно, ничего даже делать не надо, только громко очень, не замечаешь? Да, я тебя не слышу. Ну, потому что рельсы, по шпалам, мы едем два поезда запоздалый. Едет поезд запоздалый. Да. Один что-то там ударился, рассыпал пшено, а второй... Алло! Ты чё, глухая кикимора, не слышишь? Я тебя спрашиваю. Один пшено рассыпал, а другой... Да я вообще не понимаю, о чем ты там, какое пшено? Тебе мама в детстве не рассказывала вот это? Рельсы, шпалы, едет поезд запоздал, и один ударился, рассыпал пшено, а другой дал тебе что-то там куда-то там. У меня в детстве все заканчивалось на едет поезд запоздалый, и все. Ну ладно. Так, это чё? Это твой рыбацкий домик, значит, да? Ну как мой? Твой! Он не мой, Кать, он твой. В смысле мой? Ну, как тебе сказать? Сейчас, да, я туда доберусь. Вот так, и литры. Опа, они у меня поломаны, конечно. Мы починим. Вот так. Да, Кать, я забыл тебе кое-что сказать. Это один из моих подарков тебе на Новый год. Мы с подписчиками на стримах строили вот этот рыбацкий домик для тебя. И вот я его наконец-то достроил. Вот, это тебе подарок на Новый год. Дом! Правда? Да нет, я вру, какой нафиг, это не тебе, это я себе построил. Ну, я так, в принципе, и думал. Да, правда, тебе я строил, только тебе. Вот я даже сюда розовую вот эту кроватку поставил, как ты видишь, вот она. Вау, мы так давно не спали, кстати, в этой жизни. Вот можешь идти поспать, вот давай, вот, точка возрождения установлена. Короче, весь этот дом твой. Только еще за этим домом, вот здесь, в ближайшем будущем, появится еще кое-что. Пока что не могу тебе сказать что, но оно будет прям огромное такое, до неба. Блин, он такой классный. Жалко, я удочку сломала свою. Я тебе могу даже свою дать. Держи. Можешь идти рыбачить, сколько тебе влезет. Держи. Я не верю, это правда ты? Это правда я. Не, по идее, здесь сейчас должны быть внизу динамиты, и ты уходишь, и меня подрываешь вместе с этим домиком. Но по сценарию должно быть так, мне кажется, да? То есть ты уже настолько сильно мне не веришь, что я могу сделать тебе подарок в Майнкрафте, что ты думаешь, что я это все взорву к чертовой бабушке? Ну, вообще, да. Насколько я потерял твое доверие, да? Так и есть. Но вот домик, правда, красивый. Будет очень обидно, если ты реально его взорвешь. Поэтому не надо взрывать. Я не буду его взрывать. Вот я все продумал. Вот смотри, ты здесь ловишь рыбу? Ловишь. За яйца вытаскиваешь? Куриные. Прячешь в бочке. Вот это склад для рыбы вот здесь. О, правда? Да, правда. Потом, после этого, пошли за мной, пошли за мной. Пошли за мной. После этого сюда можно спуститься. Здесь у нас пристань. То есть вот с этой пристани мы можем отправляться на лодках. Плыть до нашего дома и обратно. Понимаешь? Вот, пошли за мной. Здесь у нас розовая розовость. Тут у нас одна кровать, другая кровать. Я могу спать, ты можешь спать. Ты где...
Кать, рыба ловится не из бетона, а из воды. Ну, я нечаянно! Сюда можно выйти на веранду, террасу, как это в народе называется. Сюда выходишь, и вот даже вот здесь можно ловить да рыбу. Даже с террасы можно рыбу ловить, а тут за закатами наблюдать. Вообще красота лютая просто, понимаешь? Вот так. Это так мило с твоей стороны. Спасибо тебе большое. Пожалуйста, я знаю, я вообще очень милый человек. Хотя нет, на самом деле вообще нет. Но я старался с подписчиками. Не зря мы примерно 3-4 стрима выстраивали вот эту фиготню и наконец-то ее достроили. Фиготню, да, значит? Ну, в смысле красотню, красотню. Вот красивый домичек наш, вот это, да. Ну все, давай мне теперь парочку этих самых фейерверков и полетели до дома. У меня нет фейерверков. Тогда я без фейерверков полечу. Лодка есть, на лодке можно. А я полечу. Почти полетела. Видела? 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 Я полетела почти. Ты очень странная, ты знаешь? Я полетела, да? Нет, ты не полетела. Ой, ладно, короче, садись в ёлку, ой, в лодку. Сажусь в ёлку и сматываю. До свидания, Подожди! Хорошо, давай садись, нет времени ждать, у нас с тобой еще очень много дел, давай, пошли. Ты остановись, не греби. Да ёпрысы ты. Остановись. Ура, все. Ура, наконец-то. Мы дома. Вот, мы уже доплыли, хорошо. Кошку надо покормить, а то она неделю не кормлена. Так, я к колодцу, до свидания. Игорь, подожди, ты откуда здесь взялся-то? Сейчас деревню защитим. Кать. Я пока позагадываю, что такое? Да, давай не в этот раз, ну колодец работает, но именно сейчас я не знаю, работает он или нет. Ты очень странно себя ведешь, когда я к нему подхожу. А, ты нет, он работает. Ага. Работает? Да, он работает. Можно загадывать? Да, в принципе, ты можешь загадать. Ну хорошо, так, колодец, я хочу железо свое обратно вернуть. Ага, и рыбу он мне дал, отлично. Ты сломался, что ли? Железо хочу. Ну он, железо, то в чате надо писать, ты забыла, в чате надо. Точно, так, колодец. Железо. Хочу железо. Железо. Ты чё там шептишься? Да ничего. Загадай железо. Железо хочу, я написала. Колодец, хочу железо. Железо! Колодец! Ты кому? Ты с ним разговариваешь? Не, отойди. Да я не... Он чё-то сегодня как-то слишком тупит. Походу, колодец бан получит после этой серии. Железо! Колодец! Ага. Понятно. Угу. Ядрить меня в пупок. Кать, Понятно. А это... Не, подожди. Это не то совсем. Не Кать! Подожди, тут какой-то сундук стоит. А, да? Клад. Вот это клад утопленников, походу, так, я не знаю. Какой клад утопленников? Это все то, что я сюда кидала. Железо, золото, алмаз даже я кинула туда. Хлеб, стрелы, лосось. Ладно, что это? Отойди. Уйди отсюда, ну-ка, отошел. Подожди, отошел. Ладно. Мне просто интересно посмотреть, что же ты тут накидала в этот колодец за все это время. Световые блоки, уголь. Да, это все то, что я сюда кидала, все в этом сундуке. Ну-ка, подождите-ка. Ты накидала 14 золота, 20... Это еще 14 железа, 20 золота, хлеб, алмаз, изумруды, огненные стержни, морские фонари. Ты это все накидала, потому что хотела, чтобы он желание твое исполнил? Ты мне сказал, это колодец желаний. Он исполнит любое твое желание. А он ни железа не исполнял, ни золото. Я начала другое кидать. Так, посмотрим, что там у нас. Ага. О, Мия? В смысле Мия? А Лера 540 где у нас? Я почему-то... Да, Всё понятно. Это ты мне выкидывала все, да? Я пойду, мне кажется, это... А ну, меня Эд заставил. А, и ушла, отлично. Кать, давай начнем с того, то, что я никого никогда никого не заставлял. Они сами сюда хотели, и вот это приходили ко мне на серию и говорили то, что они хотят быть колодцами. Я здесь ни при чем, Кать. Так это все здесь сидел, значит, человек, и он выкидывал мне все, да? Ну, все понятно, в принципе. Нет, не смей, Кать, выпусти меня!
То есть ты меня решила заживо похоронить, да? Все, я сейчас колодец нафиг взрываю, иду за динамитом. Да, мне кажется, все можно решить мирным путем. Да выпусти там меня уже! Да, динамит решит все мирным путем. Кать, динамит ничего не решит, пожалуйста. Ну это просто неудачная шутка с колодцем, Кать! Пожалуйста! О, ты выбрался! Отлично. Нет, ну пожалуйста, шутка, нет! Кать, пожалуйста! Так, стой, если сейчас не подпишетесь на канал, я тут подрываю все нафиг к чертовой бабушке. Быстро! Быстро на канал, пожалуйста, подпишись, потому что это ненормально, сейчас взорвет здесь все к чертовой бабушке, которая не понимает, что такое шутка, что такое не шутка с этим колодцем. Пожалуйста, подпишись на канал, а то она реально может, она может все здесь взорвать. Да, давай, я жду. Так, ну ладно, давай тогда так. Если сейчас ребята подпишутся на канал, тогда я не буду на тебя обижаться, убираю себе весь динамит, и мы с тобой продолжаем жить дружно и весело. Хорошо? Договорились? Ну, это мы узнаем уже в следующей серии, взорвалась здесь она к чертовой бабушке все или нет. Поэтому, чем больше подписок, если прямо сейчас подпишешься, тем меньше шансов, что нас здесь все взорвет, да, Кать? Да, да, все, и мы будем жить дружненько, да? Ну все. Ну как тебе сказать? Ну да, если ты на меня больше не будешь обижаться за всякую... Не буду! Ну хорошо! Подписка вот это надо. Спасите, пожалуйста.